Новосибирцы почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Митинг в сквере «Покорители атома» посвятили 32-й годовщине возведения саркофага над атомной электростанцией. У нас стоит монумент покорителям атома. Он как бы посвящен ветеранам атомной отрасли и ликвидаторам Чернобыльской катастрофы. Поэтому, ну, по-другому, наверное, мы не можем. Мы так привыкли, у нас такой русский, сибирский, настоящий менталитет. Отдавать дань памяти и просто уважать друг друга. Горожане возложили цветы к монументу покорителям атома. В сквер пришли и те, кто участвовал в ликвидации катастрофы, и вдовы погибших героев. 26 апреля 1986 года произошла самая крупная техногенная катастрофа в истории атомной энергетики. Около 600 тысяч ликвидаторов со всего бывшего СССР участвовали в тушении пожаров и расчистке. В ноябре 1986-го соорудили бетонный саркофаг высотой более 50 метров. Он накрыл четвертый энергоблок. После этого выбросы радиоактивных элементов прекратились. 1750 новосибирцев устраняли последствия аварии, почти 700 стали инвалидами. Это единство, это сплоченность, это подъем какой-то, который всегда нам, нашим сибирякам сопутствует. Он и проявился там. Поэтому очень, очень волнительно, что Новосибирск и люди помнят об этом дне и чтут этот день. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!